От конфет до машины дров. Тюменцы могут порадовать детей из неблагополучных семей и ветеранов подарками к Новому году. Уже на следующей неделе, с 3 декабря, в областной столице появится несколько елок желаний. Они будут стоять в торговых центрах «Сити Молл» или «Руа Мерлен» на Менделеева, а также на ЖД-вокзале. Елки будут украшены открытками. В каждой из них заветные мечты детей, бабушек и дедушек. Уже собрано больше 1000 заявок. Подарки можно передать через волонтеров. Очень интересное есть пожелание. У нас есть дедушка 92 года в полном расцвете сил, который мечтает о балалайке. То есть он хочет балалайку, вот играть хочет на балалайке. Есть, просто хотят продуктовые наборы какие-то. Мы хотим, чтобы весь город, собственно говоря, был в этих елках, чтобы как можно больше детей получили подарки, чтобы старики получили подарки, чтобы Новый год был у всех.